Проект «Читай быстро» представляет. Главное из книги Елены Рязановой – это норм. 10 основных фактов. Не забудьте подписаться на канал и жамкнуть на колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один – самоопределение. Находясь в поисках своего предназначения, не нужно отождествлять себя с выполняемой работой или занимаемой должностью. Каждый работник не просто винтик в системе, а сплав жизненного опыта, полученных знаний, выполненных целей, амбиций и интересов. Отсутствие идеала. Бессмысленно практиковать упражнение «Идеальный день», если не начать собственную игру. Ожидание перемен в конечной точке пути – пустая трата времени. Третий факт – критерий оценки. Собственное представление о прекрасном может отличаться от других, но не быть неверным. Если для вас это работает, значит вам это подходит. Представьте, что вы собираете не пазл, а мозаику. Когнитивное искажение. Эффект Даннинга-Крюгера часто встречается у людей, которые оказались в тупике на пути самоопределения или перестали получать удовольствие от любимой работы. Вместе с ним соседствуют еще два демона – это синдром самозванца и разрушительный перфекционизм. Факт номер пять. Кризис – вектор развития. Кризис наступает, если парадигма мышления, работы, отношений или поведения устарела. Потеря эффективности старой модели и отсутствие новой приводит к эмоциональной опустошенности и тщетному ожиданию перемен. Стоп! Мечтать запрещено. Откажитесь от этого правила навсегда. Перестаньте подавлять внутренний зов и мечту, которую лелеете годами. Откладывать на потом или убеждать себя, что она несбыточна. Все равно, что превращать ее в навязчивую идею. Это нормально. Модель идеального профессионального счастья искусно расставляет ловушки, в которые легко угодить. Бесконечно сравнивая свои достижения с другими и находясь в поисках несуществующего идеала, вы фокусируетесь на негативе. Восьмой факт – профессиональная свобода и мастерство. Путь к свободе – востребованность в профессии. Согласно исследованиям, потребность каждого выражается в его ценности как профессионала и в компетентности, позволяющей решать поставленные задачи. Главное препятствие – ты сам. Свобода выбора рано или поздно приведет вас на новый виток, который станет началом уже следующей истории. Тут вас ждет 5 ловушек. Подробно о них по ссылке в описании под этим видео. Десятый факт – растуннеливание и выход из тупика. Находясь в безвыходном положении, вы не видите возможностей не потому, что их нет, а потому, что они не попадают в ваш навигатор. Возможности и информация приходят извне, их нельзя придумать или догадаться о них. По ссылкам под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Это норм», подкаст с детальным разбором книги и наш уютный «Читай быстровский» бложек. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, становитесь лучшей версией себя вместе с «Читай быстро».